Привет, друзья! Мне за 50, я, как и все, пью, курю и наслаждаюсь, но в меру. Мой отец был поклонником фитотерапии и с самого детства брал меня с собой в поля, учил собирать травы и применять их. С 14 лет я начал изучать массаж и мануальные практики. В Братской Республике Индия с 2011 года я упорно исследую аюрведу, йогу и различные системы оздоровления. Более 30 лет я систематически практикую баню, увлекаясь автомотоспортом, шахматами, плаванием, скейтбордом и особенно серфингом. Александр Агулов помог освоить мне висцеральные практики. Леонид Гарценштейн систематически делится со мной своим опытом в йоге и целительстве. Меня консультирует Константин Хасин по аюрведе, Андрей Сергиенко по офтальмологии, Александр Гладкий по венерологии, Вадим Вербов по нейрохирургии, Максим Ситуха по отонейрологии. Это такая штука, которая отвечает за вестибулярный аппарат, звон в ушах, ну, в общем, все, что связано с внутренним ухом. По сути, я всю жизнь в медицине и спорте. Кстати, имел честь промоутировать двукратного чемпиона мира по фитнесу Сергея Клепчева. Он любезно до сих пор меня консультирует по вопросам диетологии и системах реабилитации. Всем этим прекрасным людям я благодарен за их науку, а мой опыт в вашем распоряжении. Будьте здоровы!